Друзья, всем привет! Ура! Вот мы и встретили 2023 год. Как вы отпраздновали? Делитесь в комментариях. В начале года принято подводить итоги предыдущего, отслеживать, что получилось, а что не очень, и ставить цели на будущее. Предлагаю поговорить о том, как эти цели закрепить. Думаю, многие уже догадались, что делать это необходимо через привычки и дисциплину. Только не те, что будут ассоциироваться с ограничениями, а те, что помогут вам на протяжении дня и подарят энергию. Ведь так приятно наблюдать за тем, как ты изо дня в день реализуешь планы, а что, как не питание, может стать фундаментом для формирования года полного крутых событий. Секрет прост. Внедряйте эти советы в свой утренний, дневной или вечерний ритуал и отслеживайте путь достижений. Итак, 12 правил здоровой и комфортной жизни. Полезные советы. Всем известно, вода – это жизнь. Банально, но это правда так. Пейте больше чистой воды, она выводит из организма токсины и соли. Кристально чистой ее поможет сделать дистиллятор, он уберет все вредные примеси. А если необходимо подправить кислотно-щелочной баланс и обогатить организм минералами, то здесь на помощь придет специально ионизированная щелочная вода. Пейте соки, в них много витаминов, аминокислот и минералов. Они снимают усталость, восстанавливают силы после физических нагрузок и дают энергию. За счет жидкого состояния соки быстро впитываются с слизистой желудка и кишечника, поэтому не требует дополнительных сил на переработку. Фреши из зеленых овощей, например, могут похвастаться высоким содержанием хлорофилла. По своему составу он аналогичен гемоглобину и полезен людям с анемией. Еще такие соки способствуют очищению печени и помогают предотвратить онкологические заболевания. Не забывайте разбавлять соки водой, так как многие из них содержат натуральные кислоты или дают большой вброс фруктозы, а значит и инсулина в кровь. Подробную инструкцию, как сделать самые вкусные и полезные соки, мы сняли в нашем гайде по холодному отжиму. Не любите соки? Пейте смузи. Более плотная консистенция позволит использовать их в качестве перекуса, и такая масса обогатит организм клетчаткой. А еще в состав смузи можно включить суперфуды, которые гарантируют поступление в организм редких или особенно нужных микроэлементов. Например, спирулина принесет незаменимые аминокислоты и витамин В12, а семена чиа много железа и белка. Полезный коктейль идеально подойдет и спортсменам. Добавление в смузи протеина, орехов или творога увеличит содержание белка, а бананы и зелень сбалансируют по углеводам. Ну а если, например, вы не очень любите какой-то продукт, то спрятать его в смузи с теми, что намного вкуснее, станет идеальным решением. Кстати, секреты вкусных коктейлей мы давали в ролике топ-5 рецептов смузи. Понимаете, что объемы еды нужно сокращать, но все время хочется чем-то перекусить? Уберите руки от чипсов и сникерсов и попробуйте полезные снеки. Фрукты, овощи и ягоды можно засушить в дегидраторе и там же приготовить вкусные конфеты или пастилу. Как правильно это сделать, вы можете узнать в нашем ролике, где мы даем подробные советы по сушке. Старайтесь чаще брать еду с собой, чтобы не оказаться голодным в какой-нибудь булочной. Продлить вкус и срок хранения вашей еде помогут вакуумные контейнеры. Не хотите столкнуться с проблемой лишнего веса? Готовьте сами, а не заказывайте доставку. Такая еда, как правило, содержит огромное количество лишнего жира. А вот на том же самом аэрофритюре или гриле вы можете приготовить блюдо без масла быстрее, чем привезет курьер, да еще и в разы дешевле. Мы, например, делали всего за 15 минут шашлычки в аэрофритюрнице и стейки на гриле. Ссылки в описании. Готовьте сразу на много дней. Это поможет лучше спланировать свой рацион и не поддаться на пищевые сиюминутные желания. А чтобы не переживать за срок жизни продуктов, используйте хранение или даже приготовление в вакууме. Так блюда, сделанные в собственном соку, сохранят больше пользы и вкуса передачи. А за счет того, что находится в бескислородной среде, увеличат срок жизни. Рецепты блюд в технологии сувид уже в описании. Цените свое время и используйте крутые гаджеты, которые помогут вам его сэкономить. Например, наша техника и даже набор ножей превратит рутину в праздник, а при резке лука слезы будут лишь от радости обладания таким мощным помощником. Ешьте больше овощей сырыми, ведь при термической обработке продукты теряют весомую часть полезных свойств. Разнообразить их внешний вид можно при помощи спиралерезки. В описании также есть ролик, где мы показываем и рассказываем все, на что она способна.
Употребляйте больше зелени. В свежей зелени содержится много витамина Е. Он улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Чем моложе зелень, тем лучше. За первые 10 дней своей жизни молодая зелень не успевает накопить вредных веществ и живет в экологически чистых условиях. Ту самую полезную эссенцию можно вырастить самостоятельно с помощью микрофермы. Мы даже как-то делали сок из ростков пшеницы. Способ приготовления можете найти по ссылке в описании. А для тех, кто старается разгрузить свой организм, идеально подойдет диетическое питание на пару. Его, кстати, тоже можно сделать разнообразным, полезным и не менее вкусным с помощью высокотемпературного пара из мультипечи. На ней можно даже приготовить комбо-обед на всю семью. Сохранить дисциплину и порядок в мыслях поможет чистый воздух и опрятное пространство. Достичь этого лучше всего получится с качественным помощником рядом, который не отнимет много энергии во время его эксплуатации. В чистом доме и думается легче, правда? А чтобы чистым был не только дом, но и воздух в нем, используйте очиститель. Уже этой весной мы презентуем новинку, а пока вы можете оформить на него предзаказ по максимально привлекательной цене. Ссылка в описании. Ну и, конечно, при любом образе жизни не обойтись без физических нагрузок. Внедрив хотя бы 10-минутную зарядку в свой день, вы почувствуете тот самый прилив энергии на свершение задуманного. Да и организм скажет большое спасибо. Это были 12 советов для бодрого начала года. Пишите в комментариях, какие полезные привычки именно вы решили внедрить или уже внедрили в свой день. Планируйте, экспериментируйте и меняйте жизнь к лучшему. Ведь кто, если не вы? С вами была Вика и канал Рамит. До встречи!